Как говорил известный в прошлом политик, Пушкин – это наше все. А значит, и знать о нем должны все. Ну, давайте поинтересуемся, что знают о Пушкине стар и млад. Пушкин, если вы знаете, был левшой, и он сказал одну из краеугольных фраз для меня, как для психолога, глаголом «жечь сердца людей». Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на думе том. Все. Днем и ночью кот ученый. Все, ходит, бродит, не по помню. По цепи кругом. Да. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И опыт сына шабокровных, и гений парадоксов друг. Так выпьем, няня, где-то кружка. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Тут мимолетное видение, как гений чистой красоты. Да, ну я помню чудное мгновение, и так далее, и так далее, и так далее. Я уже тоже забыл. Вечер, ты помнишь, юга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледная пятно, сквозь тучи яркие. Белела, да, и ты печально сидела. Нынче посмотри в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами. Блестя на солнце снег лежит. Еще вот в лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Так, а дальше? Налево. Здесь уже проблемы. Там что-то кот ученый ходит по цепи кругом. Что-то такое. Все. Больше не помню. Вспомню что-нибудь. Давайте я. Давай ты. Возможно, это будет немножко оскорбительно, но там ничего такого нету. Чем меньше ты любишь женщину, тем сильнее она тебя. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Ну, Евгений Онегин. Просто это была расфорсенная цитата такая. Дай бог ему, что он вот это все сделал, Пушкин. А процитировать его можете? Нет, не могу пока.